Мусорный коллапс в Качгарде так и не разрешился. Напомню, в предыдущих выпусках мы рассказывали о конфликте управляющих компаний и жителей этого микрорайона. Если раньше мусор из контейнеров попросту не вывозили, то теперь баки для бытовых отходов и вовсе отсутствуют. Теперь бытовые отходы жители Качгарда либо вывозят своими силами, либо не вывозят вообще. По всему микрорайону валяется мусор. Жители в недоумении. Управляющие компании бездействуют, а городские власти игнорируют просьбы жильцов, ограничиваясь объявлениями и отписками. Возмущенные этой ситуацией люди собрали подписи и обратились к представителю Ассоциации юристов России Виктору Кмитю. Он, в свою очередь, пообещал разобраться с проблемой. Ситуация, честно говоря, безобразная. Она вся решается полностью в пределах полномочий администрации города. И, к сожалению, я не знаю, почему городские управленцы до сих пор не приняли соответствующее решение. Надо собрать организации, которые указывают эту услугу, пригласить жителей, вывести минимальные тарифы, потому что все прекрасно понимают, что в первую очередь интерес должен быть в городской администрации. Ведь гораздо проще не допустить замусоривания в этой территории, чем потом нанимать команды уборщиков, которые за большие деньги будут ее убирать. Помогите жителям по минимуму, и вы уйдете от больших затрат в будущем.